И всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы продолжаем играть с вами в Minecraft, TerraFirmaCraft плюс GregTech. И чем бы я хотел заняться с вами в этой серии? А в этой серии я хотел бы с вами добыть кожу, переработать ее, обчистить и все остальное, все по правилам все сделать и получить нашу первую с вами кожу. Она мне очень сильно нужна, и поэтому давайте этим сегодня с вами займемся. Так, я вот приготовил уже пару бочек. О, от дождя они уже заполнились, блин. Ну да ладно. Ну, здесь я немного известнякового молока сделал. Ну так, заранее просто. Так, хотел бы переработать вот 4 такие. Ну, 4 крупные, 4 средней кожи. Надеюсь, этого хватит нам. Посмотрим. То есть, как делается известняковое молоко? Кто не знает. Заполняем настолько, сколько нам нужно бочку водой. Берем, сейчас возьму в руки, сразу покажу, что все было понятно. Берем флюс и добавляем его вот сюда. Тратится 2 флюза на 1000 литров воды. То есть, насколько будет заполнено, столько флюса и потратится. Так, после этого нам нужно замочить шкуру. Ставим сюда и запечатываем. И вот, мы получим отмоченную шкуру, ну, крепкая. И сюда также. Отлично. Надеюсь, этого хватит мне. Не прогадал я с этим. Но если что, заново придется мне потом поставить. После того, как она отмочится, нам что нужно будет? Нам нужно, я буду ее прополоскать. Прополоскаем в этих бочках. Или нет? Или ошибаюсь? Нет, я ошибаюсь. После этого нам нужно будет соскоблить, наверное, все. Потом уже отмочить. Да, все правильно, отмочить потом. Так, соскабливать как мы будем? Давайте приготовим сразу полено. Поленницы такие. Так, 8 штучек, надеюсь, мне хватит. Ну, я, если что, еще 4. Вот так вот, что на всякий случай было. Ну, как видите, как всегда, голодный. Почему голодный? Потому что еды нету. Я как не зайду, мне сразу все, ну, еды нету. Надо сходить мне за льдом. Если будет лед, то потом все будет отлично. Я как когда пойду за искать дуб, то, конечно, насобирай, короче, льда, и все будет отлично. Так, сразу тогда заранее кого-нибудь приготовлю это. Давайте вот сюда. Вот так мне хватит. Пока что пусть будет так. Так, пока она отмачивается. Она отмачивается у нас 8 часов игрового времени. За это время мы занимаемся своим другим делом. Потом же я буду просто стопорить видео и все. Как вы помните... Блин, мне нужно покушать. А, я сейчас... У меня хп вообще нет, ну ладно. Как вы помните, я вам рассказывал про эти печки. Да, это оказывается баг. То, что они сейчас включены, то, что их можно делать. Да, я им, оказывается, пользовался, я не знал этого. Вот совсем не знал. И пользовался этим. Но я их оставил только для того, чтобы на камеру вам показать их. Что я их снесу и уничтожу. Ну, пока я ими, конечно, пользовался, я вот насобирал вот столько меди и железа. Да. Я сейчас понимаю то, что рано я столько всего надыбал. Ну, насобирал. Получил, так сказать. И это неправильно. Ну а что поделать, я уже насобирал это все сделал. Ну, я тоже сам могу получить, если бы у меня уже был бы пар, выработка какая-то пара и бронзовая, ну, печка. То я бы тоже самое количество получил бы, только затратил бы гораздо больше времени. Поэтому, извиняюсь. Ну да ладно. Конечно, наверное, кто-то еще на этом сервере пользуется этим, но пусть будет на их совести. Мы играем для себя, а они, если кто-то спешат, то пусть спешат. Итак, как мы избавимся? О, у меня же есть рядом лава, чтобы, ну, как сказать, не выкидывать просто так. А то вдруг потом соблазн будет подойти и забрать их. Вроде как из сервера отключили этот рецепт, поэтому больше не смогу этот скрафтить. Да ё-моё. Застрял в этой листве-то. Жалко, что не через всю листву можно проходить. Хотелось бы. Так.
Точки поменял. И вот в лаву скинем это все мы. Все с 18 печек. Все, их нет. Как вы видите, я честный человек. Ну, после кожи... Ну, зачем мне нужны... Ну, нужна кожа. Я хочу делать меха. Нам нужны мех... Ну, понадобится меха, ну, для наших обоих печек. Для обычной печки и для будущей, из которой мы будем делать сталь. В следующей серии я уже приготовлю все нужное для того, чтобы делать сталь. Для этого мне нужно будет посовмещать несколько... Ну, сделать, короче, попрессовать слитки из железа. И мы это все сделаем. Что у нас? Еще не готово. Это лишь плохо. Так, давайте сходим туда, еды пособираем. Так. Вот, как вы видите, я сделал тут кучу железного... железных инструментов. Ну, вот все, у меня есть железное, то, что мне нужно, вообще все. Этому просто я рад. Затратил на это, конечно, немало времени, чтобы это все перековать. Интересно, насколько там у меня скилл прокачался. А скилл... Видите, я вообще ничего не ел, кроме овощей толка. Так. Изготовление оружия, новичок. Вот, чуть-чуть прокачал. Изготовление брони даже чуть-чуть. Изготовление инструмента, вот. Почти по полоске прокачал. Это только вот за вот каждого инструмента по одной штучке. Вот так вот. Так. Бежим, короче, туда, где у нас растут водоросли. Хотя бы наберу водоросли для самого такого начала. Иначе боюсь, что у меня хп да, так понизится, что потом я это буду умирать от каждого прыжка. Так. Это вроде не водоросли, нет. Вот они растут. Ой, сколько их. Подходим, правой кнопкой щелкаем и собираем. Да собирайся ты куда там. Тогда поплаваем чуть-чуть. Да. Я еще планирую уже перейти... Ой, я сейчас задохнусь. Нет. Супер. Ставлю на паузу. Добегаю до своего трупа. Я вернулся. Так. Уже стемнело. И наши... Ну, я уже покушал. То есть насобирал все там. И у нас отмочилась кожа. Отлично. Распечатываем бочку. Забираем шкуру. Супер. Ставим сюда. И вроде через shift. Нет? А как? Что с тобой нужно еще сделать? Или воду нужно еще? Сейчас посмотрим. Нет. Или все-таки не то бревно у меня. Так, сейчас я разберусь и вернусь к вам. Снова. И я продолжаю все это дело. Я разобрался, нужно просто полениться, блин, наклонить вот так. Как вы видели сейчас секунду назад, она стояла сверху, теперь я его вниз опустил. И теперь вот раскладываем нашу кожу. Сразу всю. Ну, верни. Вот так вот. Берем в руки ножик. И вот так вот щелкаем по каждому пикселю, грубо говоря. Мы соскабливаем все такое плохое с нее. Ну, блин, сказал, конечно. Ну, что поделать. В общем, собираем все это. И мы получим вот такую кожу. Так, ставлю на паузу. Так, я вернулся. Вот. Все это я соскоблил. Собираем. Отлично. Что нам дальше делать? Дальше нам нужно промыть это все. Запечатаем. Все. Отлично. Теперь, опять же, нужно время подождать. Ну, если я буду вот так вот такие нарезки делать, мне кажется, что совсем видео коротенько получится. Но что поделать. Пока как чем займемся в этот раз. Сделал себе дробитель. Попробовал уже
ну, индустриальный уголь, ну, переделай, поставил сюда. Он тут появился, опять отобразился и разбился на угольную пыль. Интересно, я еще этим не пользовался, но нужно потом получше попользоваться этим. Также рядом со мной есть, нашел тут на горе. Сейчас вам покажу, что я нашел тут. Давай, давай. Где-то здесь. Да, вот он, спуск. Вот прям вот дом, и здесь гора. И тут у меня вход. Так, зажгем факел. Как вы видите, куча угля. Битумный уголь, то есть обычный уголь. Просто вот тьма тьмущая. Вот это, что вы видите, дырка. Тут было просто все в угле. Я полукапывал себе стаков 12, наверное. Но мне это очень, ну, пригодилось. Конечно, я понял, что сейчас он мне точно сильно так не нужен. Он мне только пригодился в тех каменных печках, которые, оказывается, ну, как я вам сказал, до этого багованные. Есть еще один баг насчет хаммера, то есть можно сейчас хаммер использовать и сплющивать пластины, но это сейчас все исправит. Я уже всем сказал. Ну, чтобы была честно, так игра может, ну, как-то так. Сразу перекусим. Итак, давайте я вам хоть покажу, что я буду делать. В общем, мне нужно получить вот таких 8 листов. Сейчас посмотрим, куда их можно применить. Вам сразу все расскажу, покажу, чтобы вы знали. Нам нужно сделать домна. Для нее нужно 8 таких листов. И тигель. Ну, на тигель у меня все есть, на один. Но нужно 8 таких листов. Ё-моё. Это 16, 32 слитка, чтобы получить одинарные, 64, чтобы получить двойные. То есть нужно мне потратить 64 слитка, чтобы потратить, ну, получить вот. Просто вот это сделать домну. Что еще для домны нам понадобится? Там, как я видел, ну, можно сделать ее 5 этажей, ну, 5 уровней. Делать из огнеупорного кирпича. Я уже сделал тут 22 штучки. Это очень хорошо, мне как раз хватит, еще даже в запасе останется, но все равно огнеупорного кирпича очень и очень мало. Зачем он нам пригодится? Из него мы будем с вами делать. Во-первых, бронз хал, который мы будем использовать для других машин. Вот, для печки будем сразу делать. То есть нам нужна будет такая штучка. И для алоэ смелтер. Да, это нам все нужно будет. Вот эти две штучки мы сделаем. То есть нам нужно как минимум 6 огнеупорных кирпичей. А это что у нас? Solar Boulder. Не знаю, я ни разу не пользовался, не знаю, что он дает. Потом как-нибудь разберусь и посмотрим. Дальше. Да не ты, иди. Что еще мы можем сделать? Листаем. Да, бойлеры. Нам нужно будет несколько бойлеров точно, как минимум хотя бы 3-4 для самого такого простенького начала. Это, то есть 3-4, это нам еще 8 штучек огнеупорного кирпича. То есть 6 и 8, ну 6 и 6 пусть будет, так 12 штучек, как минимум нам уже нужно еще будет. Дальше. Ага, железный бойлер. Ну это потом из железа. А, из стального, из стали. Сталь пока у меня нету. Ну, потом если будет, может, конечно, я сейчас подумал так, не делать такой бойлер, а сразу начать с такого. Да, а то я просто зря переведу бронзовые листы, точно. Когда я разобьюсь до стали, сделаю побольше стали, и из этого там уже будет делать бойлер. Точно, так будет само то. Дальше, plate bricks. Видим, что тут огнеупорный один кирпич идет. Посмотрим, для чего он нужен. А не для чего. Ну и бог с тобой. И еще нам нужно тут вот кирпичные кокосовые печки. Ой, как вы видите, для одной такой штучки тратится 2 огнеупорных кирпича. Ё-моё. Нам нужно 3 на 3 на 3. Грубо говоря, подсчитываем. 3. Это 6, 12. Что-то я забрался чуть-чуть. 9, 18,
27, о, 36. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 14. 27 плюс 14. Ой, почему 27? 36. 50 штук. Чё? Что-то я не так посчитал. Счетовод из меня, вообще ужас. Нет, все правильно посчитал. Нам нужно 50 огнеупорных кирпичей. Получим мы столько, сколько нужно этого. Да, 50 штук. Ё-моё. Если еле как сделал вот столько, 22 штуки. Это значит, мне нужно будет идти, графит копать, 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 каолин копать, копать, копать. Да, жестоко. Вот давайте для начала вот один стек графита сравним. Ну и один графита, графит и каолин. И возьмем, тут у меня вроде есть. Так, я забыл. А, глина нужна. Ставим сюда. Раскладываем все по своим местам и посмотрим, сколько можно из стека каолинита и графита сделать. Ну, и мы получаем 16 штучек. 16. Это очень и очень мало. Грубо говоря, из этого мы с вами получим 8 огнеупорных кирпичей. 8 огнеупорных кирпичей. Это 8 будет только... Чё? Ну, да. 8 огнеупорных кирпичей таких мы получим, потому что там по 2 штучки крафтится. Или даже 4, 4, да, мы получим всего лишь 4 с вами. Да если даже не 3, блин. В общем, очень и очень мало. Давайте вот так посмотрим. Видите, мы сразу тратим по 5 штук за раз. То есть 8 штук. Мы всего лишь получим 2. 2 огнеупорных кирпича из стека каолинита и графита. Просто жестоко. Фух, да, вот знаете, чем буду теперь заниматься. Ну и так вот, мы промыли, получили мягкое галье. Распечатываем, забираем. Что мы дальше можем делать? Нам нужен теперь танин. Танин делается из дуба и либо секвой, либо другой древесины, которой у меня еще тут нету, конечно, печально. И мы получим сразу кожу. Так, я забрал уже. Забрал. И в общем, сейчас это все выкладываю я. Все лишнее выложу. Так, Кирилл положится? Давай положится, круто. Так. Ну, все, что мне нужно, я сейчас возьму, все, что мне нужно, оставлю. И, в общем, что я сейчас буду делать? Я сейчас отправлю в путешествие. Буду искать древесину. Когда найду, включу запись и покажу вам, как выглядит, в каких количествах, что да как, где да, до куда добежал. Ну, короче, все увидим. Встречаемся через...
Что ж, я дома. Я еще походил там, графит пособирал. Но графит просто мне очень нужен, поэтому я решил пособирать много. Вот сколько у нас дуба теперь у нас есть. Так. Ну что ж, нам теперь нужно, как я вам и говорил, то есть мы промыли, пусть это стоит. Это то есть две стадии у нас. Третья стадия, закидываем мы сюда бревна. Так. А, я вас понял. Слишком много воды. Ладно, опорожним. Добавим туда немного водички, перельем просто. Кстати, пока я бегал, нашел. А, что это? Гранит. А, красный гранит. Я так посмотрел, и прикольно. То есть из него можно делать. Сейчас покажу. Кирпичи, во-первых, красные. Дальше можно выплавлять смут в что-то. А, ну это да. А можно в масераторе перебивать его на на пыльку. И пыльку уже саму центрифуги, например, на red гранит, ну, на красный гранит порошок. Ну, я не знаю, там разделять на компоненты, можно так сказать. А его уже в свое время можно из него получать алюминий. Алюминий это очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Поэтому хорошо, что я чуть пособирал на будущее, такое далекое-далекое будущее. Ну, хотя бы так пусть будет. Итак, вот ведерочко я взял. Побежали мы к бочечкам. Сколько? Давайте 4 ведра. Не знаю, хватит на... Да, блин. Так. Нет? Не хочешь? Слишком много? Еще раз. Или подождать нужно, я даже не знаю. Давайте пусть пока там будет так. Ладно. Опорожним. Попробуем совсем чуть-чуть количество. Вроде все правильно делаю. Дуб, он тоже точно подходит. Тут просто 100%. Просто странно, что тут ничего не пишется. Но я очень надеюсь... А, ну да, наверное, нужно подождать какое-то время. И потом вода превратится. Это не то, что просто добавить какую-нибудь пыль, и она тут же превращается. А дуб нужно отмочить там подольше, да. Я вас понял. Что еще, кстати, за это время ты сделал? Да, я хотел похвастаться. Помните, показывал, сколько я пробежал? Ну и вот, за это время я там насобирал вот это гигантское количество кусков. Кустов. Кусков, блин. Тьфу ты. Кустов. О, просто тьма тьмущая. 28, 32, 19, 30. Просто тьма тьмущая. Я сейчас это потом все посажу. Ну, после снятия серии. И вот, у меня еще, я еще саженцев разных деревьев насобирал. Тоже посажу. Пусть растут у меня. Так. Я уж представляю, какие тут у меня будут кусты. О, кстати, малинка. Ой, клубника созрела. Соберем ее сразу. Так. Вот так все объединим. Отличненько. Скоро что у нас поспеет? А, яблоки. Ну, супер. Без еды точно не останусь. Так, покажу вам погреб. Дабы, ну, поставил тут очень много льда. Кстати, что-то быстро трейдится. Недавно вроде бы закинул. Ну, у нас собирал чуть-чуть мяса, только не пожарил еще его. Успею, ну, успею еще это сделать. Так, давайте теперь посмотрим на воду. Блин, знал бы, что она там тоже на нее время нужно тратить. Я бы лучше заранее это все сделал бы. Мне это не нравится. Хочется уже побыстрее это все сделать, но и что-то не то. Интересно. Кстати, помните, там показывал,
То, что я хочу сделать из двойных слитков, а именно я хочу сделать этот, забываю все название, домну. То есть она примерно столько же мне места займет, как и вот это. И я ее планирую сделать, наверное, вот этот сундук уберу. Или даже не знаю. Раз, два, три. Здесь место у меня для всего будет. Тоже раз, раз, раз. Ну да, вот сундук уберу и вот так вот 3 на 3 блока. И вот тоже вертик сделаю. И мне кажется, будет настоящий кузнец. То есть у нас будет и наковальня, и переплавка руды такая, и железо такая, и сталь будем мы тут. Закидывать все будем сверху. Я собираюсь сделать сразу домну 5-го уровня. Я вам потом все покажу, все приготовлю. И с вами ее мы вместе соберем. То есть, кому будет интересно, посмотрите. Мне кажется, это для тех, кто не знает, будет это очень полезная вещь. И понравится. Крашер у меня все еще стоит, но не знаю, пригодится он мне в будущем или нет, но решил просто сделать его немного. Ну, вообще поставить его, потому что все-таки у меня немного кварца было, но и решил его сделать. Так, ну давайте проверим, давай, обрадуешь нас? Пока нас не хочет это радовать. Или опять что-то не то сделаю. Ой, ё-моё. Обидно. Ну хорошо, давайте сейчас поставлю на паузу. Я еще подожду, если ничего не случится, то посмотрю опять, в чем я ошибаюсь. И снова встретимся с вами. Давайте встретимся Ну ровно что ж, через секундочку. все, У нас получился танин. То, что нам нужно. Как я это сделал? В общем, для начала нужно было просто положить ровное количество. Одна штучка на 1000 миллибакетов. Так. Ну и вроде ничего больше не упустил, да. Все остальное было правильно. Просто нужно было еще подождать. Распечатываем. Вот он наш танин. Теперь закладываем сюда нашу кожу. И ждем. Так, тут 3 кожи, здесь 2 кожи. А, x2, x. Ага, ну, кожа нормально у нас получится. Этого будет достаточно для такого первоначального времени. Так, что еще? Когда я уже буду создавать медные всякие машины, бойлеры и все остальное, я тут пока вот это все перерабатывал, думал об этом. Конечно, для этого места очень много нужно. Еще нужно будет где-то хранить наш парк, который будем вырабатывать. И я вот так прикинул так примерно, сколько тут места для этого нужно. Это просто колоссально. Поэтому я изначально не буду никакой завод тут не строить. Ну, не буду никакого завода пока строить. Как только я поставлю первые машинки свои. Нет, вначале я сделаю, наверное, тут пол такой. Большой-большой пол. Потом буду ставить уже, ну, с вами вместе машинки наши первые. Это все будет строиться. Я буду уже там подбирать, куда я что поставлю. И после этого, наверное, я уже буду подгонять там стенки, все остальное под наш завод. Да, это будет печально. Чуть-чуть неудобно, но что поделать, хоть что-то. Надеюсь, что это у меня получится. Просто, по моим прикидкам, это столько места займет. Ну что, куда деваться? Это завод стоит. Ну, конечно, я еще, конечно, начал, конечно, о чем думать. Рано еще, рано. Мы еще даже печку с вами не сделали для выработки кириазота. Еще особенно нам нужно в напорную башню, так. Это она? Да, она. Она делается у нас из листков кованого железа и дерева. По 6 штучек. Как я считал, 3, 9, 18. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 18, 26 штучек. То есть у нас нужно 2, 3, 4, 5 крафтов. 5 крафтов это 10 листов железа. Ну, я хочу сделать не один, а два водоноп... ну, этих... Эти башни... Эти... Две этих башни. Грубо говоря, 20 железных слитков мне нужно. Ну, 20 железных пластин мне нужно. Плюс вот это. И того у меня получится 84 штуки. Железо я должен потратить. Ё-моё. Работа просто немеренная. В одного я тут просто зашиваюсь.
Был бы какой-нибудь помощник, было бы, конечно, проще, но что поделать. Я играю на сервере, без креатива, все сам, все своими ручками. И поэтому так долго выходит серия. Был бы помощник, конечно, чтобы это все было быстрее гораздо, вы меня чаще бы видели на ютубе. Но куда деваться? Итак, пока у нас еще нет, но еще нужно пару часиков потерпеть. Но я уже устал, конечно, это ставить на паузу, потому что, мне кажется, выйдет там серия на 5 минут, блин, это вот это не ахти. Давайте вот, раз последняя у нас обработка идет, мы за это время с вами, да те же самые кусты эти поставим, сделаем это все красиво. Так, вот так вот все возьму сразу. Забыл? Вот это. Окей. Конечно, ночь, это плохо, не люблю ночью гулять. Для начала поставим так хотя бы. Так, это нет, я хочу с клубники начать. Вот наша клубника. Целых 21 стак. Нормально, нормально. Так. Сейчас такой с вами садик сделаем. Просто все будет у нас расти. Ну вот. Клубнику мы посадили. Отлично. Блин, мне кажется, тут даже места для этого всего мне не хватит. И еды тут для одного человека просто неимоверное количество. Ну, мне кажется, это все быстрее будет сгнивать, потому что, смотря как я еще играю. А вот эти колючки мне очень нравятся, потому что они мобов бьют. Когда ко мне тут зомби приходят, они просто об них убиваются. Это вообще шикарно. Поэтому потом... А, ладно, давайте сейчас тут снесем один ряд. Вот так вот. И поставим здесь. Будут кто к нам приходить, будут убиваться об эти колючки. Так, следующее, что... Какие у нас еще тут есть? Давайте сразу поставим кусты малины. Ну, конечно, нужно не забывать про нашу кожу. Так, секундочку. Так, кое-что тут вылезло мне просто. Антивирусник ругается. А, прошу прощения. Все, ясно с вами. Так, малина. А, вот малина наша. Она не бьется? Нет, бьется. Ее тоже можно, конечно, вокруг дома поставить. С этим я еще подумаю. Наверное, вот это сейчас все вырежу и отсюда. Да, вот так вот все вырежу. И засажу тут только одну малину. Да, малины у меня тоже немало так-то. Ну ладно. Давайте проверим нашу кожу. Мне кажется, уже должна быть готова она. 8 часов это не игрок. Ну, не нашего обычного времени. Да блин, ну чё ж ты так долго? Ну, наверное, еще один часик подождать. Вот я уж прям чувствую, что чуть-чуть и все будет готово. Прям вот крапулечку. Так. Давайте еще и тут тогда. Надеюсь, тут мне ничего не сгорит. Ай, больно. И я вот еще хотел, пока я это все делаю, вам рассказать, какие планы на следующую мою серию. В следующей серии я буду делать уже огород. Мне нужен будет огород. Даже несмотря на то, что от этого у меня все растет, этого все равно у меня мало будет. Я хочу сделать огород. Большой-большой огород. Я еще найду до этого места, разровняю все. Ну там, воду так пущу, как мне нужно. И после этого запущу серию и будем с вами все всем остальным заниматься. Ой, что тут не садишься? Да и хватит биться. Вот. Конечно, какие-то просадки по FPS. Ну, наверное, что-то у меня там лишнее включено. Ладно, не буду на это обращать внимание. Здесь он не мешает. Все, отлично, кожа у нас готова. Распечатываем, забираем кожу. Отлично, 20 кусков кожи. И давайте сразу сделаем меха. Я хочу две штучки хотя бы сделать, да. Две штучки как минимум нам потребуется. Так, досочки у меня вот здесь. Вот сразу так сделаем. Так, мне не хватает. Отлично. Раз, два. Все, это мы сделали. У нас еще кожа останется, но что-нибудь из нее потом мы сделаем. Обязательно что-нибудь сделаем. Так, что насчет...
Вот видите, тут тоже как-то можно это делать и вырезать там всякие кожи для бурдюка и так далее. Мне интересно, как это делается. Потому что я пытался вырезать, так и не смог. Вроде с ножом это делается. Давайте еще так попробуем. Ножик возьмем и щелкнем. Все, я понял. Уже можно объяснять. Окей. Я тогда займусь в следующий раз тем, что создам бурдюк. Бурдюк — это хорошая вещь. Но тут мало помещается. Может, бурдюк больше. Несколько раз можно будет пить. Ну что ж, мы с вами сделали нашу первую кожу, наши первые меха. И это здорово. Надеюсь, вам было интересно и полезно то, что я вам показал. Вроде серия заняла, ну, не так много времени, как планировал. Надеюсь, что не так много. Но все же, с вами был Милтон. Мы играли с вами Terraferma Craft плюс GreekTech. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки вверх. Мне будет очень приятно. И до следующей серии. Всем пока-пока.